Доброе утро! С вами программа канала Максимадзе. И сегодня я играю в моды на игру «Как достать соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. Сегодня мы смотрим мод, который называется «Как достать соседа неудачный круиз обновления». Обновление версия 1.1.1. Включаем музыку. Да, мы долго ждали обновления. И давайте взглянем на него. Во-первых, что я вижу? Я вижу, это странно, но эта игра почему-то у меня запустилась с соотношением сторон 4 к 3, а не 16 на 9, как все моды, которые... Не знаю, почему так. Не знаю, как он это сделал. В общем-то говоря, мало чего изменилось, даже новых уровней не добавили, но сами уровни изменились, и мы на них посмотрим сейчас. Ждите глобальное обновление, написано. Ну что ж, будем обязательно ждать. Это отличнейший мод. Ограничение по времени, а чудо пакостях. Курсор из второй части. Вот можно из первой части включить, но он недоделанный, потому что, как видите, появляется еще один курсор. И, в общем-то говоря, лучше эту функцию оставить включение. Здесь есть какие-то горячие клавиши. Т — это скрин экрана. Скрин уровня. Камера фиксирует на вуде. Запись пакостей. Как это запись пакости? Серьезно, что ли? Камера фиксирует на соседа, пауза, рестарт. Окей, интересненько, надо будет запомнить. Камера запись пакостей. Запись пакостей, надо будет проверить, что это такое. Два это у нас, да? Ладно, подготовительный сезон. Капитальный ремонт. Иногда в Вуди необходимо незаметно идти за спиной соседа. После тура на круизном лайнере наш Ротвик решил сделать капитальный ремонт всего дома. Только есть одна проблема, он не знает, как клеить обои на стенах. Зачем нужен шпатель, пылевыбиватель и так далее, блин. Вот и решил без знаний хоть что-то сделать. Но Вуди как тут готовит пакости жирному толстопузу, значит соседу будет не сладко, погнали. Круизный лайнер врезался в глыбу льда. Короче говоря, как вы помните, в том моде, в том обновлении еще, Вуди бежал как в консольной версии, однако только влево и вправо он бежал так, а вот прямо и назад не бежал так. Шел, точнее, не бежал, а шел. Надо тише сделать, потому что громко очень. Тише сделать надо. Короче говоря, он вот так вот ходил, как в консольной версии. Но вперед-назад он так не ходил. А здесь это доработали. Прикольно, прикольно, мне нравится. Я так понимаю, соседа можно обходить, пока он это делает. Так, а я комод вроде бы обшарил, да? Я уже и не помню, как этот уровень проходить. Та-тан-дан. Стоп, я же не осмотрел, наверное. А, нет, осмотрел. Красивая анимация. Прикольно. Ну ладно, зато мы посмотрели, что будет, если попасться. Я просто реально не помню, как это все проходить. Мы же давно в это все играли. Короче говоря, здесь ничего нет. А, мы там же достали, наверное. Я просто реально уже не запоминаю некоторые вещи. Ну ладно. Чё-то туплю немного. Но мод мне нравится. Вот шум из телевизора. Только музыки что-то я не слышу, чтобы она была. Но музыка есть. Музыка из меню, кстати, из «Как достать студента». Здесь на заднем фоне деревня, где живут Вуди и сосед.
И мне пока все нравится, вот серьезно, мне все нравится. Мод, кстати, делает Кот Борис вроде бы, если я не ошибаюсь. И респект ему за это. И респект ему большой, да. Спрайты, конечно, кривые, но в консоли не кривые, точнее, а пиксельные. Некачественные, но что поделать, потому консольные версии. В консольной версии разрешение было ниже, чем в ПК-версии, поэтому неудивительно. Запертый сундук, я так понимаю, можно вот этим открыть. Нет, это слишком долго. Короче, из консольной версии анимации чувак добавил, и это очень классно. Он вообще прямо очень сильно потрудился. Сколько он... Он заменил огромное количество текстур. Короче, целых 5 минут у нас на все при все есть. Если я не ошибаюсь, то краску лучше делать напоследок. О, шпилька. Но сундук напильником открывается, я помню. Так, а что сосед никак не реагирует на это? А может шпилькой можно открыть? О, а шпиль... Можно напильником, а можно и шпилькой. Прикольно, прикольно, что выбор нам дают. Только я все равно не успеваю. Шпилькой быстрее он открывает. Не, я обязательно оставлю ссылку на этот мод. Это прям... И я с нетерпением просто жду глобальное обновление. Просто с нетерпением. С нетерпением еще жду, когда выйдет полная версия. Открывай, открывай быстрее, пожалуйста. Так, достали клей. Ладно, пусть еще раз ходит туда-сюда, а потом начнем пакости здесь. Я просто боюсь, что я не успею. Я вот помню, что вроде бы яйцо надо на пол. Тан-тан-тан. Может быть. Нет, нельзя. Туда, туда, может, можно. Но яйцо, если я не ошибаюсь, на пол надо. А хотя, может, и нет, могу ошибаться. И вот суперклей вроде бы на дверь. Так, идем. Блин, вообще прикольно, вообще прикольно. Прям все нравится мне. Хорошо. Ну и наконец-то осталось только еще краску вам туда добавить. И мы пройдем уровень. Вот этот спрайт, кстати, очень качественно сделан. Вот эта вот улица, мне кажется, это даже качественнее, чем Вуди возвращается. Ну или мне так кажется, но вроде бы качественнее. Интерфейс классно выглядит. Да, вот. Теперь-то понятно, почему обновления выходят так редко. Делать эту игру, делать такие моды очень сложно. Это же кошмар просто. Ну и осталась последняя пакость, это с этим, с краской. Сейчас посмотрим, что будет. Просто огромное количество текстур он заменил. Я просто офигеваю от этого. Красота вообще. Ну и все. Интерфейс красивый. Шумная ночь.
Извиняюсь, что первое время проходил так долго, надеюсь, этот будет не так долго. Я просто реально забыл, как куда чё, поэтому приходится заново думать. Шумная ночь, сосед решил позвонить гастарбайтерам и заказать ремонт, с которым он сам справиться не может. А сам поехал к любимой мамуле, пока за него сделают всю работу. Она как раз соскучилась по своему дому. Ой, сыночку. Прошло 9 часов, мама в отеле уснула в режим костюме в гостиной. А сосед фиг знает, что делать. Поэтому он курит и тоже дрыхнет. Сколько-то надо их как-то взбодрить, сказал Вуди и незаметно пробрался в дом мамы соседа. Чтобы не разбудить спящее семейство Карил Ротвиллеров, ходите на цыпочках. Какой полезный совет. Так, заявили, что появляются новые серии юмористического сериала «Как соседа». Тут прикольные намеки всякие. Вот реально интересно. Так, а вот в какую комнату он пойдет? Вантус. Больше ничего взять нельзя? Жаль. Так, а может вот этим открыть можно ее? Кстати, да, почему мамаша не в нормальной одежде, а в костюме для пляжа? Смотришь и вспоминаю понятие и термин «бабушка легкого поведения». Ладно. Какой-то хрень несу уже, честно говоря. Не надо. Не надо такое. О таком думать. Это чепухня какая-то. Блин. Господи, нифига. Телефон, кстати, красный. Очень классно. Автор сделал. Лейка зеленая, блин, реально все офигенно вообще. Ого, даже анимацию на цыпочках он сделал. Обалдеть, красная крыша. Ну, ночь, правда, не очень качественно сделана, но все равно прикольно. Спрятаться можно. Спрятаться в кресле можно. Ну-ка, как это будет выглядеть? А чем это он накрылся? Я что-то ничего не понял. Там простынь под креслом какая-то, что ли, что? Или это штора, я не понимаю. Я так понимаю, это штора, наверное. Так, стены перекрасили. Ремонт сделали. Насколько я помню, в предыдущей версии стены были другие. Я просто реально не до конца помню все это, поэтому извините. Здесь 7 пакостей. Так, ящик надо открыть. Вот этим мы откроем. Что там внутри? Здесь специальный патрон. Подходит для любых видов пистолетов. Что даже для М4 АК-47 и для револьверов. Легко горит. Кактус возьмем. Ну и все. Надо было, наверное, кнопки на кровать применить. Чё, нет? Ладно, бежим отсюда. Пипец, провалить. Та же самая анимация, я так понял. Так, вот такой патрон нам надо. Это вот сюда, я так понимаю. Но очевидно, что мы не все... прибор взяли. О нет, бежим отсюда. Видно, что мы взяли не все. И что-то я точно забыл. Мусорное ведро, может. Хотя там жвачку я вроде бы брал.
Точно, точно, точно. Не, серьезно, я что-то забыл, мне кажется. Вот я серьезно, я не помню. Посмотрим, что я мог забыть. Во-первых, кнопочки сюда. Во-вторых, а чё я еще мог-то забыть-то? Ух, как сложно-то все, а? Так, вот тут пакости еще. Так, вот это вот пятая пакость, вот это будет шестая, а седьмая какая? А, может быть на кран вот, а может жвачку на кран надо? Нет. А может и нет. Блин, вот и слезы. Вот. Опа. Вот музыки что-то нет, я не знаю, почему музыки нет. Может еще что-то там есть, ну, хотя вряд ли. Жвачку куда? Непонятно, непонятно, серьезно. Стой, куда? Попробуем еще раз жвачку сюда. Да вряд ли, вряд ли. Жвачку куда-то надо. Не, серьезно, ну где? Чё взять-то, я не пойму, реально. Может, сюда надо что-то положить? О, точно! Жвачку сюда надо было засунуть. Только вот непонятно, почему вода оттуда полилась. Почему именно из-за жвачки? Извините, что так туплю, но, блин, я реально не помню, что делать. И вот как-то вот удивительно, что жвачку надо сюда, в туалет. Как-то стало сложно догадаться, серьезно. Я еще думал, что телефон можно задействовать как-то. Ну и все, мы прошли этот уровень. Так, новый дом, еще два уровня осталось. 6 часов утра, после безумной ночи усталость сидит наедине с собой, ну или с багажом едет к себе домой. Хотелось спать, но не было времени. Родвиг был очень рад новому дому, и первая мысль пришла у примата. Сделать себе завтрак, посыпая черным перцем, после этого он идет на кухню с кружкой приготовленного кофе, дабы не быть сонным. Но Вуди последовало по его пятам и не следовало ему испортить такой момент жизни. Взаимодействие с предметом может затягивать фигово тучу времени. Австралия, понедельник, 29 августа 2005 года. Ух ты, нифига. Красота, вот здесь красота. Просто вот это вот. Стоп, он идет сюда. Так, может вот этим? А, это вообще ничем. Нет, вообще ничем нельзя открыть. Так, я холодильник-то осматривал? Да, вроде бы. Так, вот это? Нет. Вот это? Нет. Я серьезно не помню. А, вот коробка есть. Нифига. Вот лифт. Лифт, по-моему, находился здесь, а не вот здесь, кстати, раньше. Изменения. Изменения. Так, сюда?
или сюда? Так, ну давайте на кухне попакостим. У нас тут 5 пакостей, и я так понимаю, да. Зерны, перцы. Сюда? Вот это сюда? Да. Да. Точно. Точно, 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 точно. Так, раз пакость, два пакость, три пакость. Фу, как мерзко выглядит. Четыре пакость. И еще какая-то пакость. С этим. А, портрет. Нет? Серьезно? Это не на завтрак? Сюда, может? Сюда, наверное, сюда. Да. А, нет, стоп, погодите, погодите. Теперь вот это в завтрак надо. Нет. Нет? Серьезно? Как так-то? Или, может, сюда? Сюда, оказывается. Не перепутать бы, на самом деле, серьезно. Ну, прикольно, 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 прикольно. Очень-очень прикольно. Это сосед здесь, да? Ну и все, еще один уровень у нас остался. Спасибо, что поиграли в мой мод. А, ну тут еще тут заставку поменять забыли. Кончилось лето. Вот и наступило начало холодной прекрасной осени. Новость сезона шоу. Опечаливший сосед после этого новости. После этого новость. После этой, может. Новости решил вспомнить свое прошлое с помощью дневника, в котором он записывал свои мысли. Какие же мысли, интересно, он туда записывал. Изображая себе механика, сосед чинит неработающий мотор. После всего этого он идет на кухню, чтобы поесть сыра от скуки. А великолепный пранкстер Вуди готовится навалять его своими необычными тузами в рукаве. Некоторую пакость можно сделать в определенный момент. Хорошо. Вуди держит желтую статуэтку. Золотую. Точнее. Кстати, вот... Я думаю, что многие заметили, но почему-то в комментариях ни разу не упоминали, что еще в феврале. Еще в конце февраля немножко изменился мой задний фон. Задний фон на веб-камере. Изначально, когда новое интро, новое оформление появилось, оно было ярко-красным. Сейчас оно стало немножко более темно-красным. Странно, что в комментариях то ли не заметили, то ли просто что-то не закрыли на это глаза. И логотип еще выделенным стало не таким пустым как бы в себе. Ну, не знаю, как это правильно сказать. Так, здесь 6 пакостей. Дверь заперта. Так, сюда нельзя. Надо попасть это на кухню. Не на кухню, точнее, а в этот, в гостиную. Ну, гастарбайтеры сделали хорошо ремонт, на самом деле, очень классно. Сироп, вызывающий рвоту, о боже ты мой. Можно спрятаться за вешалкой. Не знаю, почему там стрелочка. Так, спрятаться за вешалкой надо, чтобы потом можно было пройти наверх. Пока сосед проходит здесь. Интересно.
мышиная нора, тут мышеловка стоит. Мышеловку мы возьмем. Еще есть подвал. Реально подвал, серьезно. Прикольно, с лифтом вот вообще жесть. Намутили как, вообще классно, серьезно. Так, берем фотографию супер-пупер соседа. Был пердуном, а стал красавцем. Точно. Мобила тут лежит. Мобила из ремастера, кстати, вроде бы. Спарает. Ладно. Пакостить начнем, когда сосед сейчас уйдет отсюда. То есть, с одной стороны комнаты лифт закрывается, с другой открывается. Блин, ну реально. Ну это вообще респект. Просто респект. Другими словами не сказать. Блин, а почему стрелка тут? Инструменты с подсказкой, блин. Тут что-то, тут никуда посмотреть что-то нельзя, я смотрю. Видимо, тут мотор нечем чинить. Нет, 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 беги отсюда. Звоним. Вы подписаны на лохов. На лохов подписан сосед. Так, а вот как бы нам на кухню-то попасть? А эта дверь куда, кстати, говоря, ведет? В спальню? Жаль, я не смогу увидеть, как выглядит спальня. Нет, 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 нет. Что-то вот немножко не дупляет до меня. Куда надо мышеловку? И, может быть, соседа надо отвлекать. Ладно, посмотрим. Мне что-то кажется, что когда появляется вот эта стрелочка, надо будет как раз-таки применить сюда мышеловку. Или не мышеловку, не знаю. Попробуем. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Во-первых, сироп, я так понимаю, надо сюда. Блин. Блин. Ну все, я попался отсюда. Не... Блин, извините, извините, не. Да твою ж налево, а! Опять заново придется начинать. Не получится, не получится. А, нет. Блин. Зря я. Заново сейчас начал. Я же мог просто в ванной посидеть. Вот я балбес, а. Вот я балбес вообще. Мод настолько офигенный, что я реально все забываю. Ладно, сейчас, ну ладно, сейчас зато постараемся все сделать максимально быстро. Сироп я взял. Делаем максимально все быстро, вот просто максимально. Томлю вас уже вообще, наверное, там в комментариях. В комментариях. Просто томлю вас и все. Тут тупизной, то еще чем-то реально. Я просто реально забываю, куда что. Давненько мы в этот мод с вами не играли, поэтому извините.
Когда появится подсказочка, снова звоним. Почти на мой похож, да? Звонок. Этим отвлечем его. Вот было бы тут где спрятаться, и было бы хорошо. Сколько раз мы уже эту фразу сегодня услышали? Вот мы наконец-то почти уже прошли этот уровень с вырезанием скучных кадров, потому что ну сколько можно уже так тупить, я не знаю. Что ж, поиграли мы с вами в этот мод с вырезанием кучи кадров, потому что ну сколько уже можно, капец, сколько можно уже. Ждем новых версий, но нам пора оценивать этот мод. Конечно же, это не просто хороший мод, это не просто хороший мод, это не просто плюсик там, я не знаю, как вы все привыкли. Это идеальный мод, это отличный мод. Такая вот оценочка, как бы 5, все 5 из 5, прям 5 с плюсом, я не знаю, как это еще можно сказать. Вообще шикарный мод. Жду полной версии обязательно, мы обязательно будем проходить каждое обновление. Ну что ж, на этом мы с вами закончим, извините, что так, такой длинный выпуск получился, реально вырезал кучу скучных кадров. На этом все, с вас Лайкос Подписоса, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой стримовский канал и на группу ВКонтакте, тоже вступайте. Всем пока.